Добрый день, уважаемые зрители! Я приветствую вас всех на моем канале. И сегодня хотел бы поговорить о одном важном моменте, потому что после выпуска прошлого видео, где я рассказал и показал об открытии производства электроинструментов в Китае, поступило много вопросов, и некоторые выступали с претензиями, почему именно в Китае, почему это не сделано в России, все опять уходит за границу. Как раз я и хотел остановиться на тех моментах, почему именно в Китае, почему невозможно было открыть производство в России. Можно сказать, что да, всего лишь один инструмент или два инструмента, одна УШМ, углошлифовальная машинка, или же торцовочная пила. Всего лишь один инструмент. Открыть производство очень легко. А теперь давайте обратим внимание на компоненты, из которых состоит та же УШМ или та торцовочная пила. Если вы посмотрите внимательно, то в УШМ это более 50 деталей, а в торцовочной пиле вообще до 150 деталей. Понятно, что часть деталей возможно закупать, это какие-то шурупы, болты, гайки, все тому подобное, но все корпусные детали, двигатели, ротора, статора, все пластиковые детали, они требуют оснастки, требуют машин для производства. Если вы сейчас посмотрите, только для статора необходима целая производственная линия. И эта сумма выходит для автоматизированной линии до 500 тысяч долларов. Это только для одной линии, для производства одного статора. Если мы посмотрим на другие детали, такие же как ротор, то для него также требуется штамповочное оборудование, затем прессовочное, затем обрабатывающее оборудование в CNC для обработки металла и осей, и тому подобное, только для мотора. Теперь все пластиковые детали, они требуют специальных машин для литья, для прессовки пластика. И, например, в одной УШМ у нас существует 4 пластиковые детали. То есть для каждой детали необходима машина, необходима пресс-формы. И все это требует также установочного места, где эти все машины будут стоять. Для торцовочных пил существует много деталей, которые вы сейчас можете увидеть, которые необходимо также изготовлять. И все эти машины, все эти пресс-формы стоят огромных денег. Кроме того, чтобы просто их произвести, эти машины, тоже требуется время, не просто деньги. Но мы, самое главное, что теряем при всем этом, не просто средства, но мы теряем время и минимум до 1 года. Конечно, для того, чтобы закупить все эти машины и пресс-формы, необходимо время и необходимы средства. И эти средства, как я сказал, только если мы смотрим на расходы для производства статора, нам требуется почти до 500 тысяч долларов. Это не маленькая сумма. Если мы посчитаем все машины, все обрабатывающие машины, пресс-формы к этим машинам, то мы выходим на огромные космические суммы. Плюс то время, которое мы потеряем. Если мы ждем сдачи ПКТБ, и это также займет время, и в 2023 году мы начнем организовывать производство, то мы выйдем на это производство примерно в 2024 году. Кому это выгодно, можно только догадываться. Но нам это не выгодно, поэтому мы решили ускорить весь этот процесс и запустить это производство на существующем заводе, который производит такой же инструмент, и практически используем мы все детали, которые существуют на этом заводе. Только заменяем привод, наш мотор, некоторые компоненты, это статор, ротор, ось и пластиковые формы. Для УШМ-ки это всего лишь 3 детали пластиковые, плюс мотор, как я сказал. Для торцовочной пилы это также мотор, контроллер. Это намного ускоряет процесс начала производства.
Но и самое важное, что мы делаем это намного дешевле, потому что всего лишь необходимо заказать пресс-формы, а не все машины. Машины уже существуют для производства, тоже машины существуют для лития пластика, и необходимо всего лишь пресс-формы для этих машин. То же самое для прессовки статоров, роторов, требуется всего лишь пресс-формы. Это не закупка всех линий для производства статоров, роторов и машин для литья пластика и прессовки пластика. Так что, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Буду рад ответить на ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и следите за новостями. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.